далеком, где боги жили, тикают часики моей жизни. А где-то в Гуре Кирилл Буданов смотрит на сей костром. Трубку снимает, Зеленскому звонит, кратко и емко ему доводит, когда и сколько было убито русских сорвиголов. Первой погибла Дунина Дарья, в автомобиле ее взорвали. Потом военкор их, Владлен татарский, отправлен в страну вечных снов. Сегодня опять с ФСБ играли, две мины в Нижнем из леса взорвали, надеясь, что первого, как и второго, Кобзон к себе доберет. Кто там у нас был? Захар Прилепин. Он задержался на этом свете. А почему же тогда на планете Северов до сих пор жив? Русских валить надо, всем вам понятно, вы доложите мне четко и внятно, когда вашим ведомством будут убиты Скобеева и Соловьев. Про меня говорят они мерзко и гадко, а значит, жить им должно быть не сладко, и вместе с ними погибнуть должен, конечно, Евгений Попов. Стрелой улыбкой Кирилл ответит, что русским ничто в этой жизни не ответит, поскольку они даже не отвечают, когда их нещадно бьют. Давно мы не ждем никаких упреждений, ударов по центру, принятия решений, а значит, все они очень скоро от нашей руки умрут. На этом Буданов доклад закончил и снова в пределах своих полномочий чашечкой чая крепкого очи начал готовить план. Нам тоже можно еще подумать, что можно пока не поздно придумать, но Пугачевой руку целует на кладбище Дмитрий Петров. Нам тоже можно еще подумать, что можно пока не поздно придумать, но Пугачевой руку целует на кладбище Дмитрий Петров.